Что вам предлагали самое странное, здравствуйте, в вашей жизни? Вот то, что вы отвечали. Усатые щекотушки тебе предлагали? Усатые щекотушки. Никогда не предлагали. Просто Наташа решила не заморачиваться и свой вопрос адресовать там. Это было про Игоря. Меня даже Смитей, Алочка, вела в смятение о Наташе. Вам надо приняться руля. Итак, я вас вела в смятение. Я исчезаю. Про усатые щекотушки, пусть так. Нет, про щекотушки я не готов. А эльфу я готов, про щекотушки я не готов. Блин, ну расскажи про щекотушки. Не могу, я не Рафаэль, твои щекотушки начитали мне. Так, все, хорошо. Просто скажите, курили ли вы кошачий наполнитель? Все, всегда.